Привет, друзья! Сегодня у нас на канале очень интересная история о человеке, который завоевал сердце миллионов. Это Ахмед алиас Хабов, известный под псевдонимом Вингалби. Давайте подробнее рассмотрим его жизнь и карьеру. Ахмед родился 12 октября 2000 года в Махачкале, Республика Дагестан. С ранних лет он проявлял интерес к автомобилям и уличным гонкам. Увлечение машинками стало основой его будущей карьеры. Он вырос в семье, где ценились традиции и семейные ценности, что повлияло на его личность. В 2018 году Ахмед создал свой YouTube-канал, где начал делиться видео о своих увлечениях. Он проводил обзоры автомобилей, делал влоги о жизни, устраивал уличные гонки. Его харизма и стиль привлекли внимание молодежи, и со временем его канал стал набирать популярность. Автобаталии и конфликты неотъемлемой частью карьеры Вингалби стали его соревнования с другими блогерами, такими как Асхаб Тамаев. Эти баталии привлекали огромные аудитории и становились горячими темами для обсуждений в соцсетях. Конфликты между блогерами добавили драмы и интереса к его контенту. Несмотря на свою популярность, Вингалби остается заботливым мужем и отцом. Он женат и имеет дочь, и иногда делится с подписчиками моментами из своей семейной жизни. Это позволяет поклонникам увидеть более человечную сторону его личности. Сегодня Вингалби продолжает развивать свой YouTube-канал и активно участвует в автомобильной культуре. Его видео о гонках, автомобильных обзорах и личных влогах привлекают миллионы зрителей, и он продолжает вдохновлять молодежь следовать за своими увлечениями. Как и многие, в 2024 году Ахмед столкнулся с трудностями. Финансовые проблемы и личные утраты стали испытанием для него, но он продолжает активно развивать свой контент и вдохновлять своих подписчиков. Его стойкость и решимость продолжают впечатлять зрителей, и они поддерживают его в трудные времена. Вингалби — это не просто блогер, а настоящий энтузиаст, который вдохновляет многих своим контентом. Его любовь к автомобилям и преданность семье делают его уникальной личностью в мире блогинга. Если вы еще не подписаны на его канал, обязательно сделайте это, чтобы не пропустить новые захватывающие видео. Заключение. Вот такая история Ахмеда Вингалби, молодого человека, который превратил свое увлечение в успешную карьеру. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и оставить комментарий о том, что вы думаете о Вингалби.